Ну, безусловно, да, что она вернулась, я рад. Но я бы не стал отдавать грушников обратно в Россию. Она будет активно в политике участвовать, будет участвовать в освобождении заложников, ну и тому подобное. Все равно как? То есть у меня нету таких политических убеждений, что ее нужно было вернуть, и я даже в эту проблему как-то не вникала. Во-первых, чтобы она поправила свое здоровье. А женщина, она сильнее мужчины. И она всему миру показала, насколько женщина сильна. И что она тоже может защищать свою семью, как и мужчина. Ой, я так рада была, очень рада. Я прямо смотрела вчера, аж плакала по телевизору. Вообще, и постоянно смотрела все репортажи, когда она еще там была. Очень за нее переживала и вообще с удовольствием бы ее обняла бы и сказала спасибо за все. Нам очень долго навязывали правый сектор, да? А теперь у нас есть еще и Савченко. Это бренд, раскрученный Россией, но... Поддерживаю положительно, надеюсь, мир будет. Я из Москвы, хочу мира. Будет больше доверия, больше диалога. Я очень рада, что Савченко освободили. Как она сказала, Надежда Савченко надо освобождать и других. Пусть борется, вот она пусть скажет. У нас с Крыма очень 18 человек, как я знаю. Сенцов, ни за что они сидят. Все это Россия такое сделала, что надо освобождать их всех.